И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня расскажу о игровой платформе GameSpark. А перед этим по ссылочкам в описании будет ссылка на проект, ссылка на телеграм-чат NIR, где можно будет задать вопросы о NIR, на чат NIR Games, где много всего интересного. Все о играх, какие-то конкурсы связанные с игрой, в общем, переходите. Я там даже несколько раз выигрывал. И в мой телеграм-канал, что там, говорить не буду. А теперь переходим к видео. Вы, наверное, уже задавались вопросами, что такое GameSpark, где я могу получить токены GameSpark, кто в них инвестировал и чем он отличается от других проектов. Давайте по порядку. GameSpark — это игровая платформа, объединяющая компоненты GameFi и DeFi для игры в криптоигры и торговли игровыми NFT. GameSpark ориентирован исключительно на игровую сферу. Экосистема предлагает инструменты для игроков, которые хотят зарабатывать, с одной стороны, чтобы просматривать и играть в игры, собирать активы и торговать ими, а с другой стороны, для разработчиков игр, чтобы интегрировать свои игры с платформой GameSpark для получения различных преимуществ. GameSpark создан для объединения сообществ владельцев NFT, игроков и создателей игр, которые разрабатывают блокчейн-игры и контент для них. Также скоро будет запущена их первая игра. Она будет выполнена в фэнтезийном стиле, и уже вы можете узнать немного о лоре этой игры, или посмотреть на арты существ, населяющих данный игровой мир на их Discord-сервере. Разработчики планируют ввести систему рун, или, как возможно вы привыкли, систему стихий, где одна стихия доминирует над другой, что позволяет вам интереснее проводить время за обдумыванием стратегии и применением рун. Руны делятся на 5 стихий и 5 тиров. Чем лучше руны, тем больше хороших NFT вы сможете получить. Уже в августе закончится закрытое бета-тестирование, а уже в октябре будет релиз на Android и iOS, фри-то-плей версии игры, и уже к концу года ожидается релиз полноценный play-to-earn с возможностью зарабатывать токены платформы, покупать через Games Hub игровые NFT, чтобы использовать их в игре, лучше играть и зарабатывать больше токенов. Также они собираются запустить лаунчер для игр Games Hub, как Steam или Epic Games. Звучит интересно. То есть вы сможете запускать различные игры в рамках этой экосистемы из одного места, это очень удобно. Данный проект в основном направлен на мобильные игры, так что вы сможете играть в поездке или где вам угодно. Также часть продаж NFT будет инвестироваться в игры, которые станут частью экосистемы и будут опубликованы в Games Hub. Чтобы следить за развитием игры, предлагаю вам подписаться на их Twitter, YouTube канал, все ссылки, как я уже говорил, в описании. И пока не забыл о чате игр на NIR, там крутое комьюнити, и вы туда сможете зайти, например, спросить, какие самые популярные игры, кто во что играет, сколько заработал. В общем, я тоже там часто сижу. Как можно будет получить токены GameSpark? Пока я узнал только то, что первые игроки получат эти токены, поэтому уже подписывайтесь на Twitter и следите за проектами, если вам он понравился. Возможно, и вам удастся получить парочку. Я попробую поиграть, может, и мне повезет. Одной из ключевых особенностей платформы являются универсальные активы NFT, которые будут применяться для каждой игры на платформе и давать игрокам дополнительные преимущества. Каждый актив NFT — это пропуск, который можно использовать в играх в экосистеме GameSpark. Владельцы NFT получат доступ к привилегиям и преимуществам, используя активы в играх самостоятельно или продавая свои активы другим игрокам, которые также ищут внутриигровые преимущества. В ближайшем будущем будет дроп NFT коллекции по их игре, так что за соцсетями можно последить, если вам интересно. На их сайте представлена первая часть карты разработки проекта, вы можете ознакомиться с ней по ссылке в описании, чтобы понимать, что планируют разработчики. GameSpark поддерживает NIR, Human Guild. Кстати, если вы еще не видели видео о Human Guild, можете посмотреть на моем YouTube канале, очень интересно. Это люди, которые помогают проектам на NIR, если коротко. Так, проект довольно серьезный, раз его поддерживают такие компании. В марте они получили грант от Human Guild
Поэтому я думаю, что релиз не за горами. И, кстати, грант довольно сложно получить, его дают только тем, кто действительно доказывает то, что сможет правильно распорядиться с деньгами, и у них есть какой-то опыт. Данный проект очень интересен, мне понравилась их идея с лаунчером и игра в стиле фэнтези. И довольно приятный стиль NFT представлен на сайте, а также интеграция в игровой мир. Ну и, конечно, поддержка крутых партнеров, что звучит прикольно. Ждем выхода игры. Все ссылки на соцсети проекта и сайт будут в описании. А на этом все. Буду благодарен за конструктивную критику. В комментариях ставьте лайки. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то предложения. Всем пока и удачи. Будьте осторожны. Кстати, биток неплохо растет. Сейчас стоит 23 500 что ли. Эфир вырос за неделю на 50%. Все идет довольно неплохо. И, кстати, NIR уже $4.5. А я его покупал недавно по $3.20. А вам как рынок? Мне все нравится.